О, шезлонги здесь стоят. Можно позагорать. Обалдеть. Да, вот во всех домах выход на улицу прямо сделан. Наверное, я ошибался все-таки. И здесь реставрируют дома. Хотя, возможно, там надо получить много очень разных разрешений, чтобы это сделать. Потому что это как памятники, которые на реставрацию тоже выделяются очень много денег. И много разных разрешений необходимо для этого. Ну, конечно, как еще сохранять историю? Частный сектор здесь очень отличается от той Польши, в которой я изначально был. Но здесь такие таунхаусы или частные отдельные домики. Маленькие-маленькие, совсем приусадебные участки уже идут. А, мы еще все заметили, парни, что в этом городе не так косят траву, как там, например, в Белецк-Подляске, когда были. Там везде скошенная трава, везде-везде. А здесь, наоборот, как-то очень мало таких мест, там, где косят ее. Еще я обратил внимание, что здесь, если так вот посмотреть, непривычная для меня вещь, это когда подъезды выходят сразу на улицу, а не во двор. Возможно, и во двор тоже выходят, но я смотрю вот сразу выход из дома на улицу. И очень много таких домов. Присел отдохнуть. Тут фонтанчик такой, сады здесь. Вот сады такие идут. Надо подойти посмотреть, наверное, виноградник. Сейчас прогуляюсь, дальше увидим, что здесь вообще и как. Ну так, вот реально город очень уютный, мне очень нравится. Вот такой вот прямо вот веет уютом. Только вот поляки то ли отказываются здесь уже совершенно, то ли действительно не понимают ни белорусский, ни русский язык. Но украинцев очень много. Очень-очень. Вот идешь, каждый, наверное, так пятый проходящий мимо разговаривает либо на украинском, либо на русском языке. Но вот белорусов, говорят, здесь очень мало. А россиян тем более, а вот украинцев очень много. Уже даже познакомился с некоторыми. Очень хорошие ребята. Солнышко выглянуло, парить так начало вообще сильно. Ух ты! Как величественно смотрятся две вот этих башни. Интересно, что это. Потом посмотреть надо будет. А здесь реально какой-то сад. Тут в городе, я смотрю, дорожки такие не слишком грубые. Вот кто любит роликовые коньки, наверное, сам а то этим заниматься. Ох, как жарит солнце. О, шезлонги здесь стоят. Можно позагорать. Реально классно. Сделано вот прямо для людей, для людей. Не знаю, возможно, это какое-то административное здание. Может, там дом правительства. Ну, здорово же, согласитесь, друзья, вообще классно. Обалдеть. Вот стоишь, солнце жарит, а здесь водичка течет, и вот кажется, такая свежесть прямо вот отдает, как возле фонтанов, как будто сейчас находишься. Где вся молодежь? Наверное, в жару такое не выходит никуда. Дети бегают по лабиринтам из растений. Здорово же.
Это как ботанический сад под открытым небом. А от фонтанов вообще отходить не хочется, когда солнышко так светит, греет прямо. Я, знаете что, друзья, хочу очень сильно найти здесь магазин с кепками. Блин, я же фанат кепок вообще, очень страшно, я так обожаю кепки. И хочу вот найти магазин, там где будут продаваться какие-нибудь недорогие кепки, выбрать себе несколько кепок, купить классных. Ходили там с Леней, по-моему, вчера по магазину, но нигде не нашли, или позавчера. Ну как здесь здорово, мне нравится все. Поляки, вам респект, молодцы, конечно, что у вас так все вот красиво сделано. Конечно, вот эти вот многие здания было бы неплохо отреставрировать, но с другой стороны, вот и они такой стариной веет. Вот смотрите, вот, например, вот видите, вот здание там сразу же вот здесь вот, видите, стоит. Оно такое ветхим-ветхим смотрится так, тем более на фоне вот этого стеклянного здания. Ай, как хорошо здесь, в теньке, и уходить не хочется. Но у Лени скоро занятие закончится, и надо будет идти за ним. Вместе пойдем еще пройдемся где-нибудь, посмотрим что-нибудь. Ах, шикарно как здесь, боже, друзья. Вот эти старые такие ступени, площадочки, они так эффектно очень. Обалдеть. Как здесь обалденно все-таки. Да, вот во всех домах выход на улицу прямо сделан. Ох, меня поджаривает, уже чувствую я. Надо кепку снимать, чтобы лысина моя загорала. Сегодня вышел без селфи-палки, наверное, видео будет трястись, когда я снимаю. В руке тяжело нести так, чтобы телефон не трясся совсем.
Мафия написана у него на машине, на этой крутой тачке. Какие здания вообще, блин, как красиво вообще. Я не знаю, вот, друзья, реально иду, и знаете, хочется много говорить, а слова, короче, исчезают куда-то. Просто слов нету, не нахожу. Потому что только ходишь, вау, ого. Так, выйду я сюда, надеюсь, выйду. Ой, как вкусно пахнет. Кушать так захотелось что-то. А, мне рассказали такой момент интересный. Ну, вообще, если кто-то там из поляков посмотрит, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос, правда или нет, что здесь, в Польше, запрещено собак держать на цепи. Это, конечно, очень круто, потому что это свободное животное, оно не должно быть на цепи. В вольере можно, на поводке выгуливать можно, ну, а на цепи держать нельзя. Я, кстати, голосую за это двумя руками. Детки гуляют. Ну вот, друзья, прогулка на сегодня моя закончилась. Надеюсь, вам все понравится, то, что я сегодня собрался, заснял. Но не только за сегодня, вообще за последние вот эти пару дней. Вот, как всегда, желаю всем удачи, здоровья, живите счастливо. Все, всем удачи, пока-пока.